Более 200 тысяч тюменцев уже получили прививки против гриппа. Подготовка к эпидсезону в самом разгаре. В первую очередь вакцинируют тех, кто находится в группе риска. Это медики, работники сферы образования и те, кто страдает хроническими заболеваниями. В списке беременные женщины, дети с 6 месяцев и даже юноши призывного возраста. Все они могут поставить прививку бесплатно. Средства на это выделены из федерального бюджета. В ближайшие месяцы медикам предстоит много работы. Им нужно успеть провести вакцинацию, чтобы к подъему заболеваемости у пациентов сформировался иммунитет. Пока к врачам с жалобами на симптомы ОРВИ обратилось 11 тысяч человек. Вакцина «Совигрипп» – это актуальная вакцина против актуальных штаммов вируса, а именно против вируса гриппа группы А, H1N1, наиболее опасный, это вирусы группы А, H3N2 и вирусы гриппа по линии Б. Вакцина еще вся не использована, вакцина есть в поликлиниках. Поэтому сейчас самое время начать вакцинироваться. В поликлиниках по месту жительства бесплатно прийти и привиться.